Всем привет! Вечернее шоу Drive Time в гостях в ювелирной мастерской. Здесь я вам скажу, не живописно, но выпускают, наверное, живописные какие-то изделия. Сначала украшение делается в воске, затем оно помещается в гипсовую смесь в опоку. Опока прокаливается, получается негативная матрица. Затем туда вместо воска, воск выплавляется при большой температуре, а вместо воска заливается жидкий металл расплавленный, после чего, собственно, работа уже происходит с металлом. Вау! Там сейчас будет расплавленный металл. Это вакуумная машина. А когда можно будет уже на палец надеть то, что вы сегодня делаете? Можно будет одеть уже часа через два. Можно узнать, какой у меня размер, если мне кто-нибудь предложение сделает, какой нужен? 16. У меня 16, если что, друзья. Рискнем. Так, это называется 18. Это, кстати, золото после отливки. И так и не поймешь, что это золото. Но это золото. Кстати, тяжелая штука, ну, по весу. Можно обогатиться как-то местами. Да. Мы не смогли выбрать, поэтому надели все лучшее сразу. Нет, мне вот это очень нравится, потому что там зелененькие камушки. Мы побывали в гостях у ювелиров, нам понравилось. Мы увидели процесс от самого начала, ну, практически до очень важной, не финальной, но тем не менее важной стадии. Так что теперь мы знаем все о мире искусства. Раньше такими штуками, кстати, зубы вырывали, помните? Давай попробуем. Золотые, да, у кого есть?